Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вместе со мной связать вот такую вот красивую, интересную и очень теплую шапку-шлем. Данную шапку-шлем в мастер-классе я буду вязать из пряжи Alize Baby Wool. Вязать я ее буду цветную, то есть основной цвет я буду использовать желтый. И вот в качестве декора, вот буфы, я буду увязывать также еще розовым цветом. Макушку нашей шапки шлема я буду закрывать вот таким вот красивым и аккуратным образом. И самое интересное, что шапка-шлем у нас идет с внутренним вязаным подкладом, который я вязала из вот такой вот пряжи Alize Merino Royal. Это у нас идет 100% шерсть, ну, как говорят, 100% мериносовая шерсть. Пряжа идет очень мягкая, и получается данная шапка у нас идет двойная с внутренней подкладкой. Сейчас я ее сниму для того, чтобы это вам все показать. То есть, смотрите, вот идет моя наружная часть, вот связана узором буфы, так, и вот идет моя внутренняя часть. Подкладка, связанная вот именно из мериноса. Это я помпончики здесь закрепила. То есть вот у нас идет вот такая вот внутренняя подкладка, и шапочка у нас вот идет двухслойная. Сразу скажу по поводу помпонов. Оформить эту шапку шлем можно абсолютно по-разному. Можно сделать большие меховые помпоны. Это вы можете посмотреть на фотографии, которая у нас идет на заставке к этому видео. Можно оформить вот такие вот, у меня также были маленькие помпоны из кролика. Сейчас вот я их прикрепила для того, чтобы вам просто показать в качестве идеи. Дальше можно ее вообще одевать без всяких помпонов. Тоже смотрится красиво и интересно. Также на заставке вы это можете увидеть. Вот именно я фотографировала на манекене. Также вместо помпонов сюда можно пришить вязаные ушки. Сразу хочу сказать, что на данную шапку шлем у нас с вами выйдет два мастер-класса. Вот это наша будет идти первая часть, и в этой первой части мы с вами свяжем вот резинку, свяжем вот это основное полотно, макушку, и свяжем внутреннюю вот эту подкладку. И во второй части видео мы с вами свяжем вот эту манишку. То есть вот горлышко, манишку. Далее мы с вами свяжем вот такие вот шнурочки, которые мы сюда будем вот вдевать в нашу вот эту полую резинку, так. И также во второй части мастер-класса мы свяжем еще ушки к этой шапке. То есть они у нас будут идти вместо помпона в качестве тоже декора. Фотографии, как шапка это будет смотреться с ушками, во второй части это я обязательно вставлю. Теперь смотрите, в мастер-классе эту шапку я сейчас буду вязать на окружность головы 50 сантиметров. Плюс-минус окружность головы где-то сантиметр-полтора. Также эта шапка отлично подойдет. То есть можно сказать, что данная шапочка у нас подойдет на окружность головы где-то примерно там 49-51. В процессе вязания все расчеты мы с вами делаем, как рассчитать и резинку, и основной узор, и вот эти клинья. Сейчас самое главное, вот в начале видео мы с вами сейчас вместе рассчитаем, сколько вот здесь на вот эту нашу резинку нам нужно набрать петель. Все остальные расчеты в процессе вот именно вязания этой шапки я рассказываю и показываю. Перед тем, как мы с вами будем приступать к расчетам, хочу сказать сразу, что в начале мы с вами должны будем связать два образца. Один образец мы вяжем вот этим основным узором буфы. Подробный мастер-класс, как вяжется вот именно отдельно этот узор, есть у меня на канале, и ссылочку я вам оставлю ниже в инфобоксе. Также сейчас закреплю где-нибудь вот здесь. Теперь, значит, вяжем один образец, как я сказала, буфами. И вот второй я связала совсем маленький образец из вот пряжи Alize Merino Royal. Это вот как раз-таки для того, чтобы рассчитать
Вот именно плотность вязания вот этого внутреннего подклада. Так, этот образец мы вяжем, но его я сейчас откладываю, он пока мне больше не нужен. В процессе вязания, когда мы дойдем вот именно до подкладки, мы к нему еще вернемся. Теперь мы вот именно смотрим на наш узор буфы. Этот узор мы вяжем, естественно, из той же пряжи, из которой мы планируем вязать саму шапку-шлем, и тем же номером спиц. Здесь у меня спицы сейчас одеты совсем другие, так как вот основную шапку-шлем и резинку, и основной узор я вязала спицами 3,5 мм. Образец, естественно, я тоже вязала спицами 3,5 мм. Теперь, значит, смотрите, для данного образца на спице я набирала 25 петель. И когда я сейчас буду измерять мой образец, я ничего не растягиваю. То есть вот я прям все ровненько раскладываю, так как я хочу, чтобы вот данные буфы были вот по голове. Так как вы понимаете, можно их растянуть или так, чтобы это было вот более, скажем так, объемно. Вот если посмотреть ближе, вот видите, объемно и выпукло. Поэтому вот прям вот в таком виде я ровно кладу мой образец и беру сантиметровую ленту. И смотрите, ширина моего образца сейчас получается равна вот 13 сантиметров. Теперь мы это все и запишем. Значит, смотрите, на образец я набирала, как я сказала, 25 петель, и ширина у меня равняется 13 сантиметров. Теперь мы высчитываем плотность нашего вязания. То есть мы берем 25, делим на 13, и это у меня получается 1,923. То есть это вот количество петель в одном сантиметре. Расчеты, как я сказала, я сейчас буду делать на окружность головы 50 сантиметров. Теперь далее в процессе расчетов нам с вами понадобится еще полуобхват головы. Поэтому я сразу окружность головы, на которую я делаю расчеты, сейчас разделю на пополам. И это у меня получается 25. То есть это полуокружность головы. Теперь смотрите, для того, чтобы нам сейчас рассчитать, сколько изначально вот здесь нам нужно набрать петель. То есть мы должны с вами измерить овал нашего лица по кругу. Это можно измерить или рассчитать по формуле. Поэтому вот здесь мы сейчас это и запишем. То есть мы рассчитываем овал лица. И для этого мы должны 1,5, это идет постоянная величина, умножаем это число на полуобхват головы 25, и к получившемуся числу мы должны прибавить 6. 6 у нас будет являться также постоянной величиной, и это у нас сейчас получается 43,5 сантиметра у нас получается вот здесь овал лица. Теперь это число мы сразу должны умножить на плотность нашего вязания. То есть 43,5 мы умножаем на плотность вязания 1,923, и это у меня получается 83,6. Округляю сразу это число до 84. И теперь смотрите, вот мы рассчитали, скажем так, как бы количество петель, которые мы с вами должны набрать. Но теперь, во-первых, это количество петель мы сразу должны как бы вписать вот в этот раппорт узора буфы. Раппорт узора буфы у нас будет равен, значит, смотрите, мы должны будем вот набрать как бы количество петель кратное 4 плюс 3 петли для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Поэтому, смотрите, я скажу сразу, что для того, чтобы вот вписаться в раппорт этого узора, мне нужно 85 петель, так? То есть 85 петель. Это значит, смотрите, у нас получается вот как бы, если 85 минус вот эти петли симметрии 5, получается 80. И 80 мы делим на 4, это получается 20. То есть у меня сейчас
должно получиться, опять же, как бы 20 раппортов узора. Почему говорю как бы? Потому что, смотрите, если шапку вы планируете вязать без внутреннего подклада, то вот как раз-таки вы и набираете сейчас вот этих 85 петель. Так как шапку я буду делать вот именно с внутренним вязаным подкладом, поэтому вот к этому получившемуся числу 85 я прибавлю, во-первых, еще один раппорт узора. Поэтому вот эти 85 плюс 4, то есть плюс еще один раппорт узора. И это у меня получается 89, так как здесь мы с вами будем вязать резинку, поэтому к 89 я прибавлю еще один, это для того, чтобы у нас на спицах было четное количество петель, ну вот именно для вязания резинки 1 на 1. И плюс еще одна петля для того, чтобы соединить наше вязание в круг. Поэтому итого я должна вот здесь буду набрать 91 петлю. Теперь смотрите. Это мы с вами рассчитали, сколько мы с вами должны вот здесь изначально набрать петель. Теперь, смотрите, сейчас вы это все увидите. Петли я буду набирать на бросовую нить. Если вдруг кому-то что-то будет непонятно, как это делать, боитесь запутаться или совсем не умеете вязать крючком, так как сначала мы наберем цепочку из воздушных петель, и дальше из этой цепочки мы будем поднимать петли. Поэтому, если для вас это окажется сложным, то можно набрать петли просто на бросовую нить, на спицу. И первый ряд резинкой 1 на 1 мы начинаем вязать вот нашим основным цветом. Смотрите, на моем канале уже есть один мастер-класс по вязанию шапки-шлема. И как раз-таки в том мастер-классе я так и делаю. Поэтому это можно будет посмотреть вот именно в том моем первом мастер-классе. Просто посмотреть принцип, как я это делала. Ну а здесь мы это будем делать, как я сказала, с помощью крючка. Ссылку на свой первый мастер-класс по вязанию шапки-шлема я вам оставлю также ниже в инфобоксе. Итак, дорогие мои, мастер-класс идет максимально подробный. Все по петельно мы с вами сейчас вместе провяжем. Самое основное, вот сколько изначально мы должны набрать петель, мы сейчас вот с вами рассчитали. Все номера спиц, которыми я буду вязать мою шапку в процессе вязания, я вам это все рассказываю и показываю. Готовим пряжу, берем спицы и приступаем к вязанию. Вязать шапку-шлем я сейчас буду из пряжи Alize Baby Wool в две нити. Метраж у данной пряжи будет идти на 50 грамм 175 метров. Так как я сейчас буду вязать в две нити, метраж будет идти на 100 грамм 175 метров. И для вязания я сейчас буду использовать круговые спицы 3,5 миллиметра. Длина спиц от кончика до кончика 40 сантиметров. Сейчас мы с вами должны набрать петли на бросовую нить, то есть нить контрастного цвета. Петли можно набирать или сразу на спицу. Вот беру контрастную нить и набираю петли, или можно это набрать вот с помощью крючка. Всего я сейчас должна набрать на спицы 90 петель, ну плюс одна петля для того, чтобы соединить мое вязание в круг. Поэтому я сейчас беру крючок 4 миллиметра, далее беру нить контрастного цвета, и сейчас я сделаю цепочку вот из воздушных петель. Здесь сейчас, когда я буду набирать цепочку из воздушных петель, эти петли я подсчитываю. В любом случае должно быть не меньше, чем 90 петель. Я рекомендую набрать даже на несколько петель больше. Поэтому вот петли сильно туго не затягиваю и набираю вот цепочку из воздушных петель. Я сейчас всего, давайте наберу 95 воздушных петель. Итак, вот я набрала цепочку из 95 воздушных петель. Далее нить от моточка я уже обрезала. И вот нашу последнюю петельку я беру и вот таким образом просто вытаскиваю. Теперь мы с вами берем нить, которой мы будем вязать резинку у нашей шапки-шлема.
и берем круговые спицы. Теперь смотрите внимательно. Вот идет моя косичка, которую я сейчас набрала крючком. А если мы нашу вот эту косичку немножечко сейчас перевернем на обратную сторону, то у нас здесь идут вот такие вот бугорки. Вот они раз, далее 2, 3, 4 и так далее. То есть мы сейчас с вами будем набирать петли вот именно за эти верхние бугорки. То есть вот я беру спицу и вот с учетом того, что петель воздушных здесь я набрала больше, поэтому одну петлю я пропускаю. И вот верхний первый бугорок. Только вот за него я сейчас вот вставляю спицу. Далее беру мою нить, которой я буду вязать шапочку сейчас, и вынимаю вот первую петельку. Далее вот второй бугорок, вставляю спицу и вынимаю вторую петлю. Далее вот у меня идет сейчас третья петля. Вот только за верхние вот эти бугорки. Четвертая. Вот пятая петля. То есть вот мы сейчас поднимаем вот эти петельки, то есть из вот этих бугорков. То есть с одной стороны косичка и вот с обратной стороны. Таким образом из вот этих вот они у нас верхних бугорков я всего подниму 90 петель для вязания резинки плюс 1 петля для того, чтобы соединить вязание в круг. То есть итого 91 петлю. Итак, смотрите, вот я всего подняла сейчас из нашей цепочки, которую мы делали из воздушных петель, подняла вот желтым цветом 91 петлю. Теперь мы наше вязание должны ровно распределить по спице, убедившись в том, вот, что нигде ничего не перекручено. Так, и теперь мы должны наше вязание сомкнуть в круг. То есть получается, вязание я сейчас держу, вот получается как бы вот этой вот фиолетовой косичкой вверх. Вот идет моя обратная сторона. Значит, получается, ниточка здесь у меня от моточка расположена вот на правой спице. Первую петлю с левой спицы я снимаю на правую. И после чего петлю, на которой расположена у меня рабочая нить, я ее протягиваю через переснятую петлю и спускаю. И сразу петлю, которую мы вот сейчас снимали с левой спицы, я возвращаю обратно. Далее все кончики вот эти желтые я хорошенечко затягиваю. И теперь я буду приступать к вязанию резинки. Резинку я буду сейчас вязать 1 на 1. Поэтому одну петлю я провязываю лицевой, вторую петлю провязываю изнаночной. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Так мы вяжем этот ряд до конца, провязывая резинку 1 на 1. Вот я довязываю до конца первый ряд, то есть вот лицевая и изнаночная петля. То есть вот я провязала первый ряд до конца. И сейчас я просто продолжаю дальше вязать резинку 1 на 1 по кругу. Провязываю лицевую петлю лицевой, изнаночную петлю изнаночной, лицевую лицевой, изнаночную, изнаночной. Все петли для того, чтобы они лежали ровно, правильно и не были перекрученными, для того, чтобы резинка не косила, все эти петли мы должны провязывать за правую стенку каждой из вот этих наших петель. В моем случае у лицевой петли правая стенка расположена, вот она перед работой, поэтому за переднюю правую стенку лицевую петлю я провязываю лицевой. А у изнаночной петли правая стенка, вот если петлю положить правильно и ровно, расположена за работой. Поэтому изнаночную петлю я провязываю за заднюю правую стенку изнаночной петлей. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Сейчас я провяжу нужную высоту резинки за кадром самостоятельно, далее подключусь, и мы с вами еще должны сформировать отверстие вот именно на резинке для шнурков.
Итак, смотрите, вот я провязала часть резинки, то есть это еще не общая высота. Здесь одним маркером я отметила начало моего ряда. И вот этим маркером в процессе вязания я отметила, скажем так, ту высоту резинки, которую я хотела бы получить в итоге. Так как резинку мы с вами вяжем двойную, то есть она у нас будет идти двойная, вот это у меня будет идти одна часть резинки. Далее, когда я провяжу столько же рядов после маркера, и вторая часть будет являться вот как раз-таки вот нашей второй обратной стороной резинки. Мы ее, эту резинку, сложим напополам и соединим два края. И получится у нас вот такая вот двойная резинка. Вот эту высоту резинки вы можете регулировать самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. То есть здесь этот момент на самом деле не принципиальный. Эту высоту я определяла чисто визуально. И смотрите, если в сантиметрах измеряю от маркера до фиолетовой полосы, получается у меня высота равна 4 сантиметрам. И если в провязанных рядах от вот этой бросовой нити желтых рядов я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть вот от фиолетовой полосы я провязала 13 рядов и вот 14 эту петлю отметила маркером. Далее после маркера вот я провязала еще 5 рядов. И теперь смотрите, здесь в начале ряда я сейчас сделаю отверстие для наших завязок. И смотрите, общая высота на данном этапе резинки у меня равна, ну вот, примерно 6 сантиметров маркером. Как я говорила, здесь у меня отмечено начало ряда. И теперь смотрите, отверстие относительно вот здесь нашего начала ряда я сделаю после вот 3 провязанных петель. Далее провяжу ряд до конца, не довязывав 3 петли. И вот когда в конце ряда останется также 3 петли, я здесь тоже сделаю отверстие вот для завязок, то есть 3 петли с одной стороны и 3 петли с другой стороны. Маркер я сейчас перебрасываю, получается, на правую спицу и далее продолжаю вязать резинку. Одну петлю я провязываю лицевой, одну петлю изнаночной и одну петлю лицевой. 3 петли я провязала, и теперь я должна сделать двойной накид. 1 накид и 2. Так. Пальчиком этих 2 накида я придерживаю и далее продолжаю вязать мою резинку, провязывая одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую, одну изнаночную, одну петлю лицевую. Вяжем так этот ряд до конца, не довязывав 3 последних петель. Итак, вот я практически довязала этот ряд до конца. И вот перед нашим маркером у нас осталось 3 петли. Здесь я сейчас также сделаю вот такое двойное обвитие, то есть двойной накид. И далее продолжаю вязать резинку мою 1 на 1. Изнаночная лицевая и изнаночная петля. Маркер я сейчас переснимаю на правую спицу, и мы сразу приступаем к вязанию следующего ряда. Провязываю сейчас первую петлю лицевую, вот по рисунку лицевая, и идет она у меня, вторую петлю изнаночной. Дальше у меня идет лицевая петля и вот мой накид. Лицевую петлю я сейчас просто пересниму с левой спицы на правую, не провязывая. Дальше вот этот наш двойной накид я также пересниму сейчас вот с левой спицы на правую, при этом спустив второе обвитие. Далее смотрите внимательно, то есть у меня идет лицевая петля и накид. Этот накид вот я сейчас возвращаю обратно, получается, с правой спицы на левую. Нам нужно сейчас вот сделать так обязательно, чтобы вот длинная эта стенка проходила впереди, перед работой, а более короткая стенка этого накида была за работой. Далее лицевая петля, ее я сейчас также возвращаю обратно. Теперь смотрите, мы должны обязательно сделать так, чтобы и у лицевой петли правая стенка располагалась перед работой. И вот у нашего накида длинная стенка также располагалась перед работой. И теперь этих 2 петли я провяжу вместе,
вот лицевой петлей за переднюю стенку. То есть вот я их вместе провязываю, и видите, здесь у меня остается вот такая вот дырочка, которая как раз таки и будет служить отверстием для наших завязок. Ну а я дальше вот продолжаю вязать мою резинку дальше, провязывая лицевые петли лицевыми, изнаночные петли изнаночными. И вот, видите, у меня идет мое отверстие. И вот, смотрите, в конце ряда у нас также идет лицевая петля и двойной накид. Еще раз, смотрите, лицевую петлю я переснимаю, не провязывая с левой спицы на правую. И накид наш я также просто переснимаю с левой спицы на правую, при этом спустив второе обвитие. И далее сразу, точно так же, как я их переснимала, возвращаю обратно. То есть вот ничего не перекручивая. То есть здесь у нас получается правая стенка лицевой петли расположена перед работой, и длинная стенка накида также расположена перед работой. И этих две петли я провяжу сейчас вместе лицевой петлей. Вот идет наше второе отверстие. После чего я провязываю изнаночную петлю изнаночной, лицевую, лицевой и так далее. То есть вот идет наше одно отверстие, и вот идет наше второе отверстие. Ну а я сейчас дальше, после того, как сделала отверстие, продолжаю вязать резинку 1 на 1, провязывая лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными. Итак, смотрите, вот я провязала общую высоту резинки. И эта высота сейчас у меня равна вот 8,5 сантиметров. Или если в провязанных рядах мы с вами здесь считали до маркера, у меня получилось 13 рядов, 14 ряд я отметила маркером, и после маркера, то есть вот у меня сейчас также провязано 13 рядов, это вместе вот как раз таки с петлей, которая расположена на спице. Так вот, смотрите, если мы сейчас ровно соединим вот два края, вот как раз и получается у меня здесь провязана нужная мне высота. Теперь, смотрите, мы с вами будем соединять два края нашей резинки. Для этого, смотрите, вот мы здесь набирали петли на бросовую нить, так? Теперь вот я сейчас распустила вот этот мой кончик, это как раз таки, где я закончила вязать мою цепочку из воздушных петель. И теперь, смотрите, я буду вот таким образом распускать мои петли, но вначале я должна взять круговую спицу, также длиной 40 сантиметров. Толщина здесь на самом деле не сильно принципиальна, но у меня вот сейчас были вторые вот именно круговые спицы, также диаметра 3,5 миллиметра. То есть вот я беру мои спицы, беру вот таким образом мое вязание. То есть сейчас я должна распустить вот эту фиолетовую нить, и вот каждая стенка петли, которая у меня соприкасается, получается, с фиолетовой нитью, я буду вот эту стенку поднимать на спицу. Вот раз, два петля. Дальше вот у меня, смотрите, будет сейчас идти третья петля, четвертая петля. То есть здесь вот в начале нам нужно будет несколько раз эту нить вынуть, то есть, ну, как это будет распускаться, скажем так. А дальше, смотрите, мы просто тянем за ниточку и поднимаем наши петли. То есть вот, смотрите, еще раз я тяну за ниточку нашу фиолетовую и вот поднимаю петельку. Следующая петля. Дальше вот опять следующая петля. Таким образом мы вот распускаем фиолетовую нить до конца этого ряда и поднимаем вот наши желтые петли. То есть у нашей резинки будут петли располагаться, видите, на спицах и с одной, и с другой стороны. Для этого мы как раз таки и набирали наши петли на бросовую нить. Вот я продолжаю распускать мою фиолетовую нить и поднимать все вот эти мои желтые петли. И вот в конце последняя петля. И вот нить фиолетовую я убираю.
Теперь мы с вами должны пересчитать все вот эти петли, которые мы только что подняли, вот именно после того, как распустили фиолетовую бросовую нить. Сейчас я пересчитала все мои петли, и у меня на спицах здесь расположено 90 петель, то есть то же количество, что я набирала и изначально. Теперь мое вязание я переворачиваю. То есть на ту сторону, вот на ту спицу, где у меня идет рабочая нить от моточка. И теперь смотрите, то есть вот идет начало ряда, и здесь идет также у меня начало ряда. Теперь вот здесь, где у меня сейчас шла бросовая нить, вот эти спицы я аккуратно сейчас вот туда вовнутрь складываю. Вот таким вот образом, видите, между собой. То есть вот я мою резинку складываю напополам. То есть сверху у меня идет вот как раз-таки мое вязание, и где у меня расположена моя рабочая нить от моточка. И вот внутри, вот они у меня идут, круговые спицы, это где мы только что подняли петли. Теперь смотрите, мы с вами будем приступать к соединению двух краев нашей резинки. То есть смотрите, для того чтобы здесь не запутаться в спицах, вот идет внутренняя спица, где я сейчас поднимала как раз таки петли. То есть вот спицу, которая вот у меня левая, я ее сейчас держу в руке, а вот эту правую спицу я могу вот таким образом немножко вытащить подлиннее и отложить, для того чтобы она нам сейчас не мешалась. И теперь смотрите, правая спица у нас сейчас будет идти только одна, вот на которой у меня расположена рабочая нить. И с левой стороны у нас будет расположено две спицы. Сейчас смотрите, каким образом я сейчас буду провязывать и соединять этих два края. Сначала я буду переснимать вот одну петлю с дальней спицы на вот как раз таки переднюю спицу, это где мы вязали обычную резинку 1 на 1. И сейчас вот смотрите, этих две петли, то есть петля со второй спицы и петля вот с нашей основной первой спицы, эти две петли я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. Здесь сейчас вот я повешу маркер, который будет обозначать начало моего ряда. То есть вот сюда я вешу маркер для наглядности, так. И далее продолжаю соединять два края резинки. Опять одну петлю с дальней спицы, вот со второй, я перемещаю вперед на переднюю спицу. И этих две петли я сейчас провяжу, 2 петли вместе изнаночной петлей. Далее опять одну петлю с дальней спицы переснимаю вот на переднюю спицу, и этих две петли провязываю 2 вместе лицевой петлей. То есть вот эта петля идет изнаночная у меня. То есть вот одну петлю я переснимаю вот на переднюю спицу, и этих две петли провязываю сейчас вместе изнаночной петлей. Опять одну петлю с дальней спицы переснимаю вот на переднюю спицу, и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Опять одну петлю переснимаю на переднюю спицу, и 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. И опять одну петлю переснимаю и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Так мы вяжем этот ряд до конца. То есть вот смотрите, мы соединяем вот два края нашей резинки. То есть сначала одну петлю вот с внутренней спицы я переснимаю вперед и далее провязываю петли согласно вот как раз таки тем петлям, которые у меня идут на передней вот этой моей спице. Здесь у меня следующая петля идет лицевая, поэтому вот в начале я одну петлю переснимаю на переднюю спицу и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Итак, вот я соединила два края нашей резинки. То есть у нас получается вот такая вот внутри получается полая резинка.
Вот идут наши отверстия для завязок. И сейчас мы с вами будем приступать к вязанию основного узора нашей шапки. Единственное, сейчас вот здесь, в середине нашего полотна, мы должны часть петель переснять на вспомогательную спицу или на булавку, или на вспомогательную нить. Теперь давайте сделаем расчеты, сколько нам нужно переснять этих петель. Вот именно здесь, в центральной части, где вот мы делали отверстия для завязок. Смотрите, если сейчас показать вам это все на манекене, то мы должны измерить вот это расстояние. То есть вот в этом месте, скажем так, ширину нашего подбородка. В моем случае у меня сейчас я буду оставлять вот на вспомогательной спице длину, равную 7 сантиметрам. Поэтому я сейчас сделаю небольшие расчеты. То есть мне нужно отложить, как я сказала, на вспомогательную нить 7 сантиметров моих петель. 7 сантиметров. Теперь мы высчитаем это вот именно в количестве петель. То есть эти 7 сантиметров мы должны сейчас умножить на плотность вязания. Плотность вязания мы с вами рассчитывали в начале этого видео. То есть 7 я умножаю на плотность 1,923. И это у меня получается 13,461. Сразу скажу, что это число я округляю до 13 петель. То есть я сейчас буду откладывать 13 петель. Но в любом случае, перед тем, как откладывать сейчас эти петли, мы с вами должны еще дальше рассчитать оставшиеся петли, которые у нас останутся, и сделать так, чтобы как раз-таки количество оставшихся петель ровно вписывалось в раппорт нашего узора. Теперь смотрите, если изначально, к примеру, вы набирали другое количество петель, что мы делаем дальше? То есть на спицах всего у меня сейчас расположено 90 петель, поэтому 90 петель я отнимаю вот этих 13 петель, которые я только что рассчитала, и это у меня остается для вязания основного узора 77 петель. Теперь мы с вами должны проверить, вписываются ли эти 77 петель в раппорт нашего узора. Раппорт нашего узора буфы будет равен 4 петли в ширину плюс 3 петли для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Поэтому, смотрите, 77. Я сначала отниму петли симметрии, минус 3 и минус 2. Это получается 72 петли. И эти 72 петли я сейчас разделю на раппорт узора, то есть на 4. И это у меня сейчас получается 18. То есть вот как раз-таки это количество петель, которое у меня сейчас получилось, ровно вписывается в раппорт моего узора. К примеру, если бы у вас сейчас здесь получилось не целое число, а допустим там 18,3, к примеру, значит мы количество наших петель округляем или в большую сторону, или в меньшую сторону. То есть в этом случае я бы вязала или 18 раппортов узора, или 19 раппортов узора. Плюс-минус несколько этих петель я или прибавила бы к нашему подбородку, или наоборот убавила несколько петель, ну вот для того, чтобы вот ровно здесь вписаться в раппорт узора, который мы с вами будем вывязывать на основном полотне нашей шапки. Поэтому, смотрите, я сейчас на вспомогательную булавку пересниму 13 петель. 13 петель это у меня идет не целое число, поэтому, смотрите, давайте, наверное, вот идут мои отверстия. Вот идут 2 лицевых петли, поэтому вот здесь, где у меня идет именно изнаночная петля, вот отсюда я сейчас пересниму на вспомогательную булавку, то есть вот с этой стороны получается 7 петель и 6 петель пересниму с этой стороны. То есть я беру вспомогательную булавку, как я сказала, вот здесь с этой стороны я должна переснять 6 петель, но вначале давайте эти 6 петель я провяжу именно. То есть вот я
Продолжаю вязать резинкой 1 на 1. Одна петля лицевая, вторая изнаночная, третья лицевая, четвертая изнаночная, пятая лицевая и шестая петля у меня идет изнаночная. Все, часть петель вот здесь я провязала. Теперь вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, беру мою вспомогательную булавку и переснимаю 13 петель. То есть вот таким вот образом, то есть 3, 4, 5, 6, 12, 13. 13 переснятых петель вот я фиксирую на булавке. И теперь мы нашу шапку будем вязать поворотными рядами. То есть вот будет идти начало ряда, и вот будет идти конец нашего ряда. Эти петли, которые мы пересняли на булавку, мы их сейчас не трогаем. И теперь смотрите, получается, мы с вами сейчас будем провязывать ряд с лицевой стороны. Основной узор у нас начинается вязаться с изнаночной стороны. Поэтому сейчас мы будем просто считать, что мы с вами сейчас провяжем нулевой подготовительный ряд. Дальше, смотрите, наше полотно можно будет вязать или вот на этих же круговых спицах, или можно будет перейти на более длинные круговые спицы. Здесь уже на ваше усмотрение, как вам удобнее. Ну а я сейчас, получается, вот петли, переснятые на булавку, я откладываю, беру вот второй кончик моей спицы правой, первую петлю я сейчас здесь вот провяжу лицевой, и далее в нулевом подготовительном ряду, вот с лицевой стороны, мы сейчас провяжем все петли лицевые до конца этого ряда. То есть все петли я провязываю сейчас лицевыми. Итак, смотрите, я довязала практически вот до конца этот ряд. У меня перед моей вот этой булавкой осталась всего лишь одна петля. И эту петлю, она будет являться концом нашего вязания. То есть в конце вязания эту петлю я сейчас провязываю изнаночной. И вязание я сейчас вот сразу переворачиваю на изнаночную сторону. То есть мы остальную часть нашей шапки сейчас будем провязывать поворотными рядами. То есть вот вязание я сейчас перевернула на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны вот здесь именно мы с вами приступаем к вязанию первого ряда основного узора. И сейчас давайте я все-таки для удобства, вот в моем случае, перейду на более длинные спицы. Это уже идут спицы стандартной длины, не укороченные, и длина от кончика до кончика 60 сантиметров. Переходить на другие спицы здесь сейчас не обязательно. Значит, смотрите, первый ряд. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее в первом изнаночном ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Спицы я использую того же диаметра, что и вязала резинку, то есть 3,5 миллиметра. Последнюю петлю в конце вот первого ряда, то есть перед нашей булавкой, я провязываю изнаночной петлей. Вот эти укороченные спицы я откладываю, и вязание я сейчас вот переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаю к вязанию второго лицевого ряда. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее во втором лицевом ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать лицевыми. Последнюю петлю в конце второго ряда я провязываю изнаночной, и вязание сразу также переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаю к вязанию третьего изнаночного ряда. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее все петли в третьем изнаночном ряду до конца этого ряда я должна провязать изнаночными.
Последнюю кромочную петлю в конце третьего изнаночного ряда я также провязываю изнаночной, и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаю к вязанию четвертого лицевого ряда. Кромочную петлю я снимаю, и далее все петли до конца четвертого лицевого ряда я сейчас должна провязать лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце четвертого ряда я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаю к вязанию пятого изнаночного ряда. Кромочную петлю я снимаю, и далее все петли до конца пятого изнаночного ряда я должна провязать изнаночными. В конце пятого изнаночного ряда здесь также последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас в шестом лицевом ряду мы с вами должны взять нить контрастного цвета. Это если вы будете вязать основное полотно нашей шапки цветное. Можно вязать его и однотонное, поэтому в этом случае провязываем все, как я сейчас буду провязывать в мастер-классе, только продолжаем вязать, к примеру, вот нитью желтого цвета. Я буду вязать мою шапку цветную, поэтому я беру розовую нить, и кончик розовой нити я просто прикладываю к краю и приступаю к вязанию шестого лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, и далее начинается раппорт нашего узора. Три петли я провязываю лицевых, то есть вот кромочная и три лицевых петли. Далее идет у меня следующая петля. Эту следующую петлю я снимаю с левой спицы и распускаю ниже на 4 ряда. Смотрите, раз. Далее 2, вот идет 3 и 4. Правую спицу я вставляю в эту петлю, вот она у меня идет. И вот эти 4 протяжки я также накладываю сверху на правую спицу. То есть вывожу эту спицу вот на изнаночную сторону. Сверху у меня лежат эти 4 протяжки. И захватываю вот розовую нить и саму петлю. Провязываю лицевой, и этих 4 петли, которые мы только что с вами провязали, будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее я вязание повторяю, провязываю 3 петли лицевых, следующую четвертую петлю я снимаю с левой спицы и спускаю ниже на 4 ряда. 1, 2, 3 и 4. Вставляю вот в эту петлю нашу правую спицу, протяжки у меня лежат сверху на правой спице, и петлю, вот которую я сейчас вставила правую спицу, я провязываю лицевой петлей. Далее опять 3 петли лицевых, следующую петлю снимаю, спускаю ниже на 4 ряда, 3, 4, так. Далее вот вставляю в эту нашу петлю правую спицу, протяжки лежат сверху на нашей правой спице, и саму петлю я провязываю вот лицевой петлей, после чего провязываю снова 3 петли лицевых и снова петлю снимаю, спускаю ниже на 4 ряда, вставляю правую спицу в петлю. И вот вывожу на изнаночную сторону под 4 протяжки и петлю провязываю лицевой. Так мы сейчас довязываем шестой лицевой ряд до конца. В конце шестого ряда, вот смотрите, одну петлю, получается, я спустила. Далее вот у меня остаются 3 петли, это петли симметрии, их я провязываю 3 петли лицевых. И последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. И это я провязала сейчас шестой лицевой ряд. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я приступаю к вязанию седьмого изнаночного ряда.
И дальше я продолжаю вязать вот розовым цветом. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в седьмом изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать сейчас изнаночными. Восьмой лицевой ряд. Кромочную петлю я снимаю, и далее в восьмом лицевом ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать лицевыми. Девятый изнаночный ряд. Кромочную петлю я снимаю, и далее в девятом изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Десятый лицевой ряд. Кромочную петлю я снимаю, и далее в десятом лицевом ряду я все петли до конца этого ряда сейчас провяжу лицевыми. Одиннадцатый изнаночный ряд. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее все петли до конца одиннадцатого изнаночного ряда я сейчас провяжу изнаночными. Итак, вот я провязала 11 изнаночный ряд. Вязание я сейчас вот перевернула на лицевую сторону. И сейчас я буду приступать к вязанию 12 лицевого ряда. Но для этого я сейчас вот здесь сбоку должна поднять нить желтого цвета. И следующий вот 12 ряд я буду провязывать желтым цветом. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее я провязываю одну петлю лицевую. И сразу следующую петлю я снимаю. Далее распускаю ее ниже на 4 ряда. 1, 2, 3 и 4. Дальше правую спицу вставляю вот в эту петлю. И под протяжки на изнаночную сторону ее вывожу, эту спицу, захватываю рабочую нить и вот провязываю эту петлю лицевой. Дальше я должна провязать 3 петли лицевых. И снова следующую петлю снимаю. Распускаю ниже на 4 ряда. 2, 3, 4. Вставляю вот правую спицу в петлю и под протяжки и провязываю эту петлю лицевой. И опять 3 петли лицевых. Следующую петлю снимаю, ниже распускаю на 4 ряда, 3 и 4. Вставляю в эту петлю правую спицу и под протяжки и провязываю лицевой петлей. То есть мы с вами дальше продолжаем вязать наш узор буфы, но этот узор у нас сейчас располагается в шахматном порядке. Поэтому таким образом мы сейчас вяжем до конца 12 лицевой ряд. В конце 12 ряда вот я провязала 3 петли лицевых. Вот дальше одну петлю спускаю ниже на 4 ряда. 3, 4. Далее провязываю эту петлю вот лицевой петлей. И остается одна петля лицевая. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И это я провязала сейчас 12 лицевой ряд. 12 рядов, которые вот мы только что с вами попетельно вместе провязали, и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть далее наше вязание мы снова повторяем вот с первого изнаночного ряда по 12 лицевой ряд включительно. Таким образом, мы сейчас самостоятельно провяжем всю высоту нашего полотна. Теперь давайте мы с вами рассчитаем, какой глубины
нам нужно провязать эту шапку. Ну, скажу сразу, во-первых, вот это расстояние можно измерить. То есть, если мы сейчас также посмотрим на наш манекен, то мы берем, измеряем расстояние от примерно середины лба, ну или докуда вы хотите, чтобы наше окошечко вот именно по лбу доходило. То есть можно повыше, можно пониже. И вот здесь это расстояние мы измеряем вот до нашего вот этого затылка, то есть вот до этого момента. Значит, смотрите, это расстояние можно замерить, можно сейчас это рассчитать. Рекомендую сделать и расчет, и замер для достоверности результата. Значит, смотрите, для того, чтобы это рассчитать, мы с вами должны, значит, первое, 0,5. Это идет постоянная величина. Это число мы с вами должны умножить на полуобхват головы. Полуобхват головы мы с вами вначале определились, у нас равен 25. То есть умножаю на 25, так как шапку я сейчас вяжу на окружность головы 50 сантиметров. Так, дальше к получившемуся числу мы с вами должны прибавить где-то примерно, смотрите, 3-5 сантиметров. То есть здесь уже вы регулируете самостоятельно, в зависимости от того, вот как раз-таки, как вы хотите, чтобы шапка была по голове. То есть окошко это или пониже, или повыше. Если вы будете вшивать в шапку подкладку, или эту подкладку вы будете вязать, то вот смотрите, в моем случае я сейчас к получившемуся числу прибавлю 4 сантиметра. Плюс-минус полсантиметра, я думаю, большого значения иметь не будет. То есть я беру 0,5, умножаю на 25, и к получившемуся числу я прибавляю 4. И это у меня получается 16,5. То есть, смотрите, в моем случае сейчас общая вот эта глубина от резинки до вот этого нашего затылка должна быть равна примерно вот 16,5 сантиметра. Плюс-минус полсантиметра большого значения иметь не будет. Поэтому сейчас самостоятельно за кадром я вывяжу вот всю эту глубину шапки, вывязывая мой вот этот основной узор. Далее я подключусь и измерю мою вот эту шапку в сантиметрах в глубину. И мы с вами посчитаем, сколько это у меня получилось именно в провязанных рапортах. И давайте здесь вот на этом промежутке я вам измерю еще высоту этой резинки. Так, вот смотрите, прикладываю сантиметровую ленту, и высота резинки у меня сейчас получается равна примерно вот 4,5 сантиметра. Ну, а мы дальше продолжаем провязывать вот этот наш основной узор. Итак, вот я провязала основное полотно моей шапки. То есть, смотрите, от моей желтой резинки у меня получилось провязано желтых именно элементов 1, 2, 3,5 и розовых элементов 3. Ну или это будет вот равняться практически вот 3,5 раппорта узора. 3 целых раппорта. И от 4 раппорта узора я провязала всего лишь вот получается 3 ряда. И теперь смотрите, мы сейчас измерим общую высоту моей шапки. То есть вот общая высота в ровном нерастянутом виде у меня сейчас получается равна, ну вот смотрите, ровно 16,5 сантиметров. Но мы должны учитывать, что полотно у нас идет эластичное и хорошо тянется. То есть все, мне этой высоты достаточно, и на этом я сейчас заканчиваю вязать вот именно вот эту часть моей шапки. Теперь смотрите, если в шапку эту вы не планируете вязать подкладку, то сейчас вы будете закрывать вот как раз-таки петли этой макушки. Так как шапку я буду вязать с внутренним подкладом, то сейчас я сразу, не закрывая вот этих петель, получается, с изнаночной стороны, вот здесь по краю нашей резинки, наберу петли и провяжу лицевой гладью
внутренний подклад моей шапки сразу. Так будет более удобно это все измерять. То есть я наберу петли и провяжу эту же высоту, что я провязывала вот здесь сейчас и основной узор. Внутреннюю подкладку я сейчас буду вязать из пряжи Alize Merino Royal. Пряжа идет очень мягкая, и это у нас идет 100% мериносовая шерсть. И как я вам говорила в начале видео, мы с вами должны связать будем два образца. Один образец мы вяжем вот этим нашим основным узором и высчитываем плотность нашего вязания. И второй образец мы вяжем вот лицевой гладью. Я его вязала совсем небольшой, так как мне самое главное нужно было понять вот именно ширину. И здесь смотрите, и на один образец, и на второй образец я набирала одинаковое количество петель. То есть 25 петель здесь и 25 петель у меня набрано для второго образца. И здесь, смотрите, этих два образца по ширине у меня ровно, вот если разложить, не растягивая, и один, и второй образец у меня получились одинакового размера. Соответственно, плотность вязания идет точно такая же. Поэтому, к примеру, если внутренний подклад вы будете вязать из другой пряжи, и когда вы свяжете два образца, плотность будет отличаться, то также мы должны эту плотность рассчитать. А теперь смотрите, давайте сделаем все-таки расчеты на тот случай, если плотность вашего вязания, то есть лицевой глади и вот узора буфы не совпадает, для того, чтобы вы могли это самостоятельно рассчитать. Здесь у меня сейчас вот на спицах расположено 77 петель. То есть смотрите, мои 77 петель, которые расположены на спицах. Это число я сейчас разделю на плотность вязания вот моего этого узора буфы. И плотность вязания, как мы помним, у меня в моем случае равна 1,923. И это у меня получается 40,04. То есть сейчас, если я измерю мое это полотно, то ширина общая вот эта должна быть равна 40 сантиметрам. Теперь мы с вами высчитаем, сколько нам нужно набрать петель для внутреннего подклада. Так как количество петель моих совпадает, то есть и этот образец, плотность вязания получается одинаковая. Поэтому, в принципе, мне здесь можно и не рассчитывать, я просто сейчас буду набирать 77 петель. Но если у вас плотность отличается, значит, мы должны что сделать? Здесь мы сейчас это все-таки рассчитаем, чтобы вам было понятно. На спице я набирала вот именно для образца лицевой гладью 25 петель. Поэтому я и пишу 25 петель у меня равны. Вот смотрите, ширина равна ровно 13 сантиметров. Вот в ровном, не растянутом виде. Но полотно у меня идет, видите, эластичное и очень хорошо тянется. Поэтому здесь мы это и записываем. 25 равно 13 сантиметров. Теперь мы, получается, наши, опять же, 25 делим на 13. То есть понятно, да? И у меня получается 1,923. То есть здесь в данном случае плотность у меня совпадает, но это мы высчитываем именно плотность лицевой глади. Поэтому здесь, если вы вяжете с разной плотностью или вы берете на внутренний подклад какую-то другую ниточку, эта плотность у вас может отличаться. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы берем ширину вот этого нашего полотна, то есть которая у меня равна 40 сантиметрам. И умножаем вот на плотность моего вязания. То есть 40 умножаем на 1,923. И это вот у меня должно получиться 77 петель. Ну или если быть более точной, это получается 76,92. Я это округляю вот до 77 петель. Поэтому вот здесь мои петли я оставляю на моей вот этой спице круговой 3,5 миллиметра.
И эти спицы я сейчас откладываю. Сейчас мы должны взять спицы, любые, которыми вам более удобно вязать. Сейчас будет внутренний подклад. То есть это могут быть спицы и меньшего размера, но, соответственно, в этом случае и образец вы должны связать на спицах меньшего размера. У меня это идут спицы круговые, также диаметра 3,5 миллиметра. Так вы можете взять и укороченные спицы. И, в принципе, я думаю, здесь даже и на прямых спицах или на чулочных можно справиться. И теперь, смотрите, вязание я разворачиваю, получается, изнаночной стороной к себе. И вот здесь, то есть вот от одного края вдоль вот этой резинки до второго края, я сейчас должна буду поднять 77 петель. То есть пряжу я беру Alize Merino Royal, беру вот мое вязание изнаночной стороной вверх, кончик просто вот сейчас прикладываю к краю. Вот здесь, где у меня идет вот первая кромочная петля, из вот этого узелка я сейчас подниму первую петлю. Петли можно поднимать или сразу на спицу, или можно помогать себе крючком, как вам удобнее. Далее вот напротив лицевой петельки, где-нибудь вот здесь, я подниму сейчас вот таким образом вторую петлю. Далее вот здесь у меня идет в резинке изнаночная петля. И, соответственно, я здесь сейчас подниму третью петлю. Напротив лицевой петли я подниму сейчас четвертую петлю. Напротив изнаночной петли я подниму сейчас пятую петлю. Если, к примеру, петель вам нужно поднять больше, нежели вот вы здесь вязали основной узор, то в этом случае вам нужно этих петель поднять промежуточно чуть чаще, нежели вот здесь я сейчас буду поднимать вот по резинке. То есть я сейчас буду напротив лицевой петли поднимать одну петлю и напротив изнаночной петли также поднимать одну петлю. И так я подниму всего 77 петель вот до вот этого края. Итак, смотрите, вот я подняла вот отсюда, вот по краю нашей резинки. И вот до второго края всего 77 петель, то есть то количество, которое мы и рассчитали. Теперь смотрите, вот эта сторона, вот она у нас идет, это как бы изнанка, но сейчас вот здесь по этой стороне, вот верхней именно, я буду вязать лицевую гладь, то есть сверху у меня должна идти лицевая гладь. А вот если я держу вязание вот таким вот образом, вот здесь резинка, ко мне сюда расположен мой вот этот узор, это здесь я с этой стороны буду провязывать изнаночную гладь. То есть смотрите, вот еще раз, вот мое полотно, вот моя резинка, вот с этой стороны расположена моя рабочая нить. И первую петлю я сейчас снимаю, и далее вот все петли до конца этого ряда я сейчас провяжу изнаночными. Вот в конце ряда последнюю кромочную петлю я сейчас вот провяжу также вот изнаночной петлей, кончик подтягиваю и вязание переворачиваю. Получается вот этой резинкой к себе. Вот с этой стороны от меня расположен вот этот мой основной узор изнанкой вверх. С этой стороны вот ко мне расположена резинка. И здесь сейчас вот с этой стороны первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее вот все петли до конца этого ряда я сейчас провяжу лицевыми. То есть все, смотрите, мы с вами начали наше вязание. То есть здесь мы вяжем все петли лицевые, когда мы вязание переворачиваем, с обратной стороны мы вяжем все петли изнаночными. Таким образом мы сейчас провяжем, вот смотрите, наш вот этот внутренний подклад, вот мы его вяжем вот сюда, так, чтобы он у нас был в длину
Вот ровно столько же сантиметров, сколько здесь мы провязали, вот этот наш основной узор. Итак, смотрите, вот я провязала всю внутреннюю высоту моего подклада. То есть еще раз, наружная вот эта сторона у нас связала с лицевой гладью, а здесь у меня идет изнаночная гладь. Изнаночная сторона идет вот друг к другу к изнаночной стороне. Так, и теперь смотрите, высота, вот если сложить два вот этих полотна, то есть вот это наружное, где мы вывязывали основной узор, и внутреннее, где мы вязали лицевую гладь, у меня вот ровно все совпало. И здесь, смотрите, всего я провязала сейчас 32 ряда. Но в любом случае вы ориентируетесь вот именно так, чтобы вот здесь две вот этих спицы, соответственно, два этих полотна ровно сошлись вот по высоте между собой. Теперь смотрите мое вязание. Я сейчас выверну вот на лицевую сторону. И вначале я сейчас закрою макушку вот именно у моего вот этого верхнего первого полотна, где я вывязываю основной узор. Далее точно таким же образом я закрою петли внутреннего вот этого моего подклада. Смотрите, значит, внутренний этот подклад я сейчас откладываю. То есть вот он у меня остается внутри в изнаночной стороне. Далее беру вот мою желтую нить, которой я сейчас закончила вязать основной вот этот узор. Сейчас мы с вами должны подготовить 6 маркеров. Ну или вот я подготовила 6 ниточек контрастного цвета. И далее один вот маркер контрастного цвета. Этим маркером мы будем обозначать начало нашего вязания. И теперь закрывать вот этот наш затылок я буду круговыми рядами, разделив наши петли на 6 частей, то есть на 6 клиньев. Теперь давайте сделаем с вами небольшие расчеты. Значит, как мы помним, у меня здесь сейчас на спицах и на одних, и на вторых расположено 77 петель. Но мы сейчас берем вот именно количество петель вот здесь, где мы вывязывали основной вот этот узор. Теперь эти 77 петель, как я говорила, мы будем смыкать в круг и делить на 6 клиньев. Поэтому вот я нарисую сейчас круг. Значит, и у меня сейчас вот этих 77 петель, которые расположены на спицах. Минус 1 петля у нас сейчас уйдет для того, чтобы соединить наше вязание в круг. И это получается 76 петель. Теперь эти 76 петель я разделю на 6 клиньев. Здесь в центре у нас будет идти начало ряда. И дальше относительно вот этого начала ряда, то есть часть петель у нас будет здесь и часть петель вот здесь. И это будет у нас идти один клин. Дальше у нас будет идти второй клин, третий клин, четвертый клин, пятый клин, ну и вот здесь остается шестой клин. Теперь смотрите, 76 мы должны разделить на 6 этих клиньев. И это у нас получается число нецелое. Поэтому здесь у меня это сейчас будет получаться 12 петель 1 клин, 12 петель 2 клин, 13, 13, 13 и 13, то есть 4 клина по 13 петель и 2 клина по 12 петель. С учетом того, что 12 у нас идет число четное, я вот как раз таки начну распределение вот с этих 12 петель. То есть здесь, как я говорила, будет идти начало моего ряда. То есть 6 петель у меня сейчас будет с одной стороны, дальше идти начало ряда и 6 петель с другой стороны. То есть итого вот этот клин будет состоять из 12 петель. Далее давайте, чтобы это было симметрично, 13 петель здесь, 13 петель тут, 13 здесь, 13 здесь и вот здесь в центре.
То есть вверх-вниз у нас будет идти по 12 петель. То есть итого 76. Теперь как раз-таки давайте по этой схеме сейчас мы и начнем делать наши убавления и одновременно будем развешивать наши маркеры. То есть сейчас мы с вами должны сомкнуть наше вязание в круг. Поэтому я беру вот эти наши спицы, где мы вязали основной узор. Дальше, значит, смотрите, у меня сейчас получается в левой руке у меня расположена вот как раз-таки вот здесь лицевая сторона и рабочая нить. В правой руке рабочей нити у меня нет, так? Теперь я, получается, снимаю первую петлю с правой спицы на левую. Далее подхватываю вот эту петлю, на которой у меня расположена рабочая нить. И эту петлю я сейчас протягиваю через переснятую петельку. Вот и спускаю. Далее петлю возвращаю обратно на правую спицу. То есть все, я соединила мое вязание в круг. Теперь смотрите, получается у меня уже на спицах расположено 76 петель. Теперь можно будет провязывать уже эти петли на чулочных спицах, ну или можно еще, я думаю, здесь провязать несколько рядов и на круговых спицах. Поэтому сейчас мы приступаем к вязанию первого ряда убавок. И сейчас я должна провязать, получается, 6 петель. Но мы сразу сейчас начнем делать убавление петель. Поэтому сейчас я провяжу 4 петли, то есть не довязывав 2 петель. Единственное, перед тем, как мы сейчас начнем провязывать вот этих, получается, 4 петли, после чего 5 и 6 мы провяжем вместе, здесь я сейчас, так, давайте маркер вот таким образом повешу, и он будет обозначать начало ряда. И теперь я провязываю вот первую петлю лицевой, вот именно с лицевой стороны. Вторую петлю лицевой, третья и четвертая лицевая петля. Далее пятую и шестую петлю я сейчас провяжу 2 петли вместе. Единственное, я их сейчас переверну, сделав так, чтобы правая стенка располагалась перед работой. И этих 2 петли я провяжу 2 вместе вот лицевой петлей. То есть всего в начале ряда у меня сейчас получается 5 петель, это с учетом сделанного убавления, так, и сейчас сюда, после того, как 2 петли мы провязали вместе, я сразу вешаю нить контрастного цвета. Теперь, смотрите, убавление этих петель мы будем делать только перед вот этими маркерами, поэтому здесь следующий клин у меня получается вот состоит из 13 петель. Сейчас я провяжу 11 петель и 12-ю, 13-ю петлю я также провяжу вместе. Поэтому вот маркер, и после маркера я сейчас должна провязать 11 лицевых петель. После маркера я провязала 11 лицевых петель. Далее 12-ю, 13-ю петлю я переворачиваю, сделав так, чтобы правая стенка располагалась перед работой. И этих 2 петли, то есть 12-ю и 13-ю, я провяжу сейчас 2 петли вместе, вот лицевой петлей за переднюю стенку. И после того, как 2 петли я провязала вместе, сюда также я сейчас повешаю нить контрастного цвета. Следующий клин у нас также будет состоять из 13 петель. Поэтому здесь также я провяжу 11 петель и 12-ю, 13-ю петлю я провяжу вместе лицевой петлей. То есть вот одна лицевая, вторая, снова я провязала 11 петель, далее 12-ю, 13-ю петлю я переверну, так, чтобы правая стенка располагалась перед работой. И этих 2 петли я также сейчас провяжу 2 вместе вот лицевой петлей. 2 петли вместе провязала и далее вешаю наш следующий маркер. Следующий клин у нас состоит из 12 петель, поэтому лицевыми петлями после маркера я сейчас провяжу 10 петель. Далее 11 и 12 петлю я провяжу 2 петли вместе, также лицевой петлей.
10 петель после маркера я провязала, далее опять 2 петли переворачиваю и провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю стенку. И далее снова вешаю нить контрастного цвета. Теперь у нас идет следующий клин 13 петель, поэтому провязываем 11 петель, 2 петли провязываем вместе и вешаем маркер. Далее еще один клин у нас состоит из 13 петель, также 11 петель провязали, 12-ю, 13-ю петлю провязываем вместе лицевой петлей и вешаем еще один маркер. Далее последних 6 петель провяжем вместе. То есть вот здесь я также провязала 11 петель в конце ряда, 12-ю, 13-ю петлю провязала вместе лицевой петлей. И вот осталось последних 6 петель. Это вот как раз таки эти 6 петель, которые мы здесь с вами отмечали. И теперь здесь эти 6 петель я просто провяжу вот лицевыми петлями, получается, до начала нашего ряда. Не очень удобно уже вязать на вот этих именно круговых спицах длинных, то есть поэтому или можете перейти на более короткие круговые спицы, или я сейчас все-таки перейду на чулочные спицы. То есть вот я провязала первый ряд, развесила маркеры. Убавление петель мы делаем через один ряд, поэтому один ряд с убавлениями мы провязали. Вот сейчас этот маркер я пока отложу, так как я сейчас буду переходить вот именно на чулочные спицы. То есть вот идет начало ряда, и я сейчас просто по кругу провяжу этот ряд лицевыми петлями. Ну и я вот сейчас перейду сразу на вязание как раз таки петель вот именно чулочными спицами. То есть вот я провязываю первую петлю лицевой, вторая лицевая петля, третья, четвертая, пятая, 5 петель, маркер перебрасываю и 5 петель провяжу сейчас также вот на первую мою спицу, 2, 3, 4 и 5. Так, далее беру следующую спицу и здесь сейчас я провязываю лицевыми петлями, 1 лицевая петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у меня идет маркер, его я перебрасываю на правую чулочную спицу и провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, далее вот 8, 9, 10, 11, 12, маркер перебрасываю и половина петель со следующего клина я провяжу вот на вторую чулочную спицу. И еще одну. Далее беру следующую чулочную спицу и часть петель я провязываю уже на третью чулочную спицу. То есть так мы распределяем петли на чулочные спицы. Сейчас этот ряд второй мы вяжем без убавлений, то есть все петли просто провязываем лицевыми. Итак, вот я распределила наши петли на 4 чулочные спицы. Здесь на первую спицу я провязала мало петель, поэтому я сейчас просто пересниму со второй спицы на первую часть петель. Ну, просто здесь нужно сделать так, чтобы это было более-менее равномерно. И сейчас мы будем с вами приступать вот как раз-таки к вязанию третьего ряда. Третий ряд у нас сейчас будет провязываться именно с убавлениями. Здесь вот смотрите, желтый кончик нити у меня заканчивается, поэтому я его кладу вовнутрь. И сейчас я возьму нить вот как раз таки от уже второго мотка. И теперь смотрите, сразу если мы говорим про нити, вот эта розовая нить, которой я вывязывала буфы, здесь она мне больше не понадобится, и для того, чтобы нити у нас не путались, я этот кончик от моточка уже могу обрезать. Далее вот желтые нити от второго мотка, кончики я сейчас вот просто прикладываю к краю и приступаю сразу к вязанию третьего ряда. То есть вот первая петля у меня идет лицевая, вторая петля идет лицевая, третья петля лицевая, далее четвертая и пятая петля, их я сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю стенку. Маркер я перебрасываю сейчас на правую чулочную спицу и
Дальше провязываю снова все петли лицевые, не довязывав до следующего маркера 2 петель. То есть вот лицевая, и вот перед маркером у меня остаются 2 петли. Этих 2 петли я сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку. Маркер перебрасываю на правую чулочную спицу и дальше продолжаю вязать вот все петли лицевые до следующего маркера, не довязывав снова 2 петель. То есть опять перед каждым вот этим маркером мы снова будем провязывать 2 петли вместе вот до сюда, до начала нашего ряда. Итак, смотрите, вот я провязала круг с убавлениями, то есть перед каждым вот этим маркером я провязывала 2 петли вместе. Следующий круг вот сюда мы сейчас будем провязывать просто все петли лицевые без всяких убавлений. То есть вот первая петля лицевая, вторая петля лицевая и так далее. То есть все петли, вот маркер перебрасываю по кругу. До конца ряда я сейчас провяжу лицевыми. Таким образом, смотрите, еще раз, убавление петель делаем перед каждым маркером через один ряд. То есть сейчас мы все петли провяжем лицевыми, далее следующий ряд мы провязываем с убавлениями, перед каждым маркером провязывая 2 петли вместе. И так далее, закрываем все эти петли. Что касается вот здесь, смотрите, начало нашего ряда, когда у нас на первой вот этой спице закончатся все петли, мы переходим на вот эту часть петель, так как здесь вот от одного маркера до второго маркера это у нас идет один клин. Итак, смотрите, я делала убавление петель вот моей макушки до тех пор, пока сейчас вот в конце у меня не осталось вот 13 петель. И теперь эти 13 петель я возьму сейчас и просто стяну. То есть вот идет моя последняя провязанная петля, на которой расположена рабочая нить. Все петли я сейчас пересниму на эту нашу петлю, на которой расположена рабочая нить, идя вот как раз таки сейчас против часовой стрелки. Все петли вот я накидываю на эту петельку, дохожу до маркера, вот петлю снимаю, маркер убираю, петлю возвращаю обратно и дальше продолжаю переснимать петли. Итак, вот я пересняла все петли на нашу вот эту петельку, на которой расположена рабочая нить. Нить вот от моточка я уже обрезала. И далее петельку последнюю я беру и вытаскиваю подлиннее. Далее в эту нашу петлю я продеваю кончик, который обрезала от моточка, и петельку аккуратно затягиваю. Теперь с помощью крючка эту нить мы должны вывести вот как раз таки сейчас в изнаночную сторону. Все, это мы с вами связали полностью верхнюю часть нашей вот как раз таки шапки шлема. После того как шапку мы постираем, все петли разровняются и все будет красиво и аккуратно. Теперь смотрите, после того как мы связали вот эту верхнюю часть нашей шапки, мы сейчас должны нашу шапку вывернуть вот как раз таки на изнаночную сторону. И теперь мы возвращаемся вот к этому внутреннему подкладу. И теперь точно таким же образом, как мы сейчас закрывали петли основного вот этого нашего полотна, здесь сейчас мы закроем петли внутреннего нашего подклада. У меня количество петель идет сейчас одинаковое. На одной спице у меня было 77 петель, и на второй спице у меня также 77 петель. Теперь для начала, смотрите, я сейчас соединю мое вязание в круг. Так, то есть распределяю петли вот по спице. Сейчас вот, смотрите, в данном случае в правой руке у меня расположена вот как раз-таки петля с рабочей нитью, поэтому здесь я переснимаю первую петлю
с левой спицы на правую. Далее подхватываю вот эту петельку, на которой у меня расположена сейчас рабочая нить. Вот она у меня. Эту петлю я протягиваю вот и спускаю. Кончик этот хорошенько затягиваю. И петлю возвращаю обратно. Здесь у меня спицы эти идут на более жесткой леске, поэтому даже первый круг мне не очень удобно сейчас будет провязывать на этих спицах. Поэтому после того, как я соединила мое вязание в круг, я сейчас сразу буду приступать к вязанию вот как раз таки макушки чулочными спицами. Так как количество петель у меня совпадает, поэтому распределяю петли я вот по этой же схеме, как и вот здесь на основном узоре. То есть вот соединила петли в круг, кончики все затягиваю, так, и первую петлю провязываю лицевой, далее вот хорошенько здесь этот стык подтягиваю, вторая петля лицевая, третья петля лицевая, четвертая петля лицевая. То есть вот у нас идет лицевая сторона снаружи, изнаночная внутри. Так, вот я провязала 4 петли лицевых. Далее следующих вот 2 петли. Правая стенка здесь у меня уже расположена перед работой, поэтому здесь их я сразу провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку. Хорошенечко стык подтягиваю и вешаю маркер. Далее я должна провязать здесь 11 петель, и далее 12-ю и 13-ю петлю я провяжу вместе лицевой петлей и повешу следующий маркер. То есть смотрите, сейчас дальше на нашей вот этой макушке мы закрываем все петли точно таким же образом, как мы сейчас закрыли петли и на основном полотне. Итак, вот я закрыла петли внутреннего подклада. И вот пересняла все петли на последнюю петельку. Также в эту петлю я продеваю кончик нити, который обрезала от моточка, и петельку эту затягиваю. Теперь с помощью крючка я этот кончик сейчас выведу в изнаночную сторону. Так, и теперь мы с вами должны все кончики, которые у нас есть вот по изнаночной стороне, здесь и здесь спрятать, так как сейчас мы с вами будем вот здесь соединять два края этого полотна и вывязывать резинку и манишку нашей шапки. Кончики все прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. Итак, по одной и вот внутренней изнаночной стороне я спрятала все кончики, и вот теперь мою заготовку шапки шлема я примерила на манекен. Все сидит отлично. После стирки, естественно, здесь вот эти петли все станут более ровными, красивыми и аккуратными. После того, как шапка моя будет готова, я еще вот здесь в макушке соединю как раз-таки вот этих два слоя. То есть макушка одна с макушкой второй, для того чтобы там была хорошая фиксация, так как здесь у нас все зафиксировано. Сейчас мы соединим вот этих два края и в конце соединим макушку. Итак, сейчас вместе с вами мы связали вот эту верхнюю часть шапки и внутренний подклад. На этом первую часть мастер-класса я закончу, и в следующей, второй части мы с вами вместе свяжем манишку, свяжем вот эти вот завязки, вот сюда мы их вставим во внутреннюю часть резинки, так как резинка у нас идет полая, и сюда я еще во второй части планирую показать, как связать ушки. Поэтому, дорогие мои, надеюсь, на данном этапе у вас все получилось. Сейчас мы с вами будем прощаться. Встретимся с вами во второй части. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!